Площадки 2 в 2. Казаков, бросок и 2-0. Вальметьевский, молот удваивает свое преимущество и делает весомую заявку на общекомандный успех уже на старте этого поединка, уже в его стартовом периоде. 6:52 играть командам в первом периоде осталось до ухода команд в раздевалке, но что-то мне подсказывает, что «Нефтяник» должен сейчас активизироваться. Я думаю, что полные трибуны будут гнать своих любимцев вперед. Все-таки немножко другой игры ожидают болельщики в матче открытия от действующих обладателей трофея. Соглашусь.